Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мипфи, и сегодня мы продолжаем нашу космическую сборку. Поехали! Итак, в прошлый раз мы остановились в вот таком вот доме. Я здесь поторговал с жителями, купил два аккумулятора. Ну и в этой серии нужно добыть побольше метеоритного железа, вот этого вот. Ну и покопаться в шахтах. А, ну, кстати, у меня кирка почти поломанная. В общем-то, покопаться в шахтах и найти побольше сапфира и этого. И сырка. Да, сырка. Ну, тогда ищем метеоритное железо. В общем-то, я добыл уже 27 метеоритного железа и продолжаю искать. Я просто забираюсь на... Ой, нет. На большой столб, вот он. И вот так вот смотрю, где может быть... Где могут быть метеориты эти. И, походу, я все метеориты в своей местности собрал. Так что можно передвигаться к другой точке. Тогда бежим где-то вон туда, и там уже будем собирать метеориты. А, еще я покопался в шахте, сырка добыл, два лунных сапфира. Ну и в принципе-то все. И на, ну и много блоков. Ой-ой-ой. А, блин, а... Быстрей домой. Так, дом. Блин, 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 блин. Заправляй. А, нету? Стоп, блин! Быстрей, топливо, топливо, топливо. Вот оно. На. Все, работай, только быстрей. Фух, все. Вот кислород, все, дышим. Так, ну тогда нужно заправить баллон. Первый баллон заправлен. Вот и второй. И второй баллон готов. Так, вот так. И идем дальше искать... нет, сначала вот это нужно сломать. А, или нет. А энергохранилища у меня нету. Ну ладно, тогда идем дальше искать метеориты. Для этого с хомяком нужно максимально испортить отношения и не мыть. Вот и первый метеорит на новом месте. Летим к нему. Итак, у меня получилось добыть 52 метеоритного железа. Думаю, этого будет предостаточно. Ну и уже нужно улетать обратно на Землю.
Ну и все, все провода почти все собраны. Так, сборщик, да, есть. Ну и, так, панель еще это. Вот это выбросить, это лишнее. И вот это собрать. Оп. А, ну и тут еще провода. И трубки даже. Так, забираем это все, вот это. Ну и еще в сундуке что-то, да? Что здесь можно забрать? Железо. А, микро... Ой, это... схема. А, так, вот это можно... Не-не, сначала нужно выложить все ненужное. Вот так, вот так. Угольный генератор, провода. А, что тут еще? Вот это возьму. Ну, это на всякий случай. Сувенир чисто. Так, ну и паутину. Провода. Стальная лопата. Нет, алмазная будет получше. Такс. Ну и в принципе-то все. А нет, не все. Мне нужно еще заправить ракету. Это нужен... вот... Загрузчик топлива. А, так, нет. Вот, вот так и вот так. Провод. Угольный генератор. И вот так. А, топливо, точнее. Так, ну, пока что одну канистру... закину, а там дальше посмотрю. Так, а ну-ка. А, даже одной канистры хватает. Хм. Все, почти 100%. По-моему, даже на вот такой вот уже можно улететь. Да, одной канистры вполне хватает. Ровно канистра причем. Ой, нет. Так, ну ладно, забираем. Вот это забираем и вот это. А, стоять. Да улетел. Блин, а что? А куда? А, уголь. А, такс, ну еще у меня есть два лунных сапфира. И думаю, я смогу забрать, точнее, купить еще одну батарею. Она тут вот аккумулятор. Может, еще где-то метеориты будут? Нет, нету. Ну тогда ищем данж, ну и потом уже улетим на ракете. Все, подключусь, как только найду данж. Фух, данж найден. Я уже думал, что я просто не успею его найти. Кстати, здесь есть сыр. Добываем его. Куда? Отдай. Все, ну и быстро нужно лутать. Ну и улетать на землю. Обратно на землю. Так, ну и тут все закрыть. Нет, опять нету. Ну, как по старинке. Гамемоды. Креатив. Дальше. Где тут босс? Ой, один. Ну, ой, не-не-не, тихо. Game mod survival и спауним. Так, он меня бросает сразу же.
Ну и убиваем его с лука. Да умри ты. Все, умер. Теперь просто ждем. Бам. Вот и ключик. Все, бежим, открываем вот этот вот сундук. Бам. О, схема лунного багги. Новое достижение, глючная схема. Получите схему лунного багги. Мне, я залутал 4 данжа, и даже ни одного дубликата не было. И канистра, и коробка с микросхемами, и просто ракета второго уровня, ну и багги. Везет. Выбрасываем то, что не нужно. Выбрасываем вот это. И забираем нефть. Потому что нефть явно будет важнее этих ресурсов. Так, ну и конечно же телепортируемся домой. Итак, все готово и можно улетать уже обратно на землю. Ну что ж, полетели. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Юху! Улетаем! Прощай, Луна. Ну и на таком прекрасном моменте можно заканчивать эту серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Мипфи. Всем удачи и всем пока.